Ну там да, песок горячий. Я сейчас пройдусь чуть-чуть, поснимаю и вернусь. Вроде собак не видно. Смотрите, какое оно все раздолбанное стало. Это же были вообще вип-домики. Это были конкретно вип-домики. Вот что бывает, когда перестал человек следить за всем. Все развалилось. Посмотрите. Все треснутое, все опоры треснутые, все развалилось. Даже идти страшно, думаю, как сейчас упаду. Слушайте, реально страшно наступать идти. Не, ну, наверное, стоит. Как бы бетонные конструкции-то стоят. Офигеть. Вот что бывает, когда человек перестает следить. Вот там рыбы сколько. Видно, не знаю, или нет рыбы сколько. Целый косяк рыб. Вот что бывает, когда человек перестает следить сооружениями. Все треснуто. Даже страшно тут ходить. Если честно, мне даже страшно тут ходить. Даже ходить тут страшно. Оно все треснутое, весь бетон развалит. Кто? Кто это? Кто это? Кто это? Мав. Мав. Ладно. Мафи. Ты все-таки искупалась, да? Искупалась все-таки. Как она борется с мафией? Заброшенное все. Были вип-домики, вип-такие места, и после ковида не пережили, все заброшено. Все заброшено. Уже набережная закончилась, променад закончился, и здесь были вот такие вип домики. Они очень дорого стоили, такие прям были премиум сегмент, типа с частным пляжем. А сейчас это вот так все выглядит. Так. Ты мне же камеру скушать хочешь, да? Все.
все, 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 успокойся. Ну да. Смотрите. У них клешни связаны, чтобы они не могли кусаться. Ой, ой, дети, как это. Ух ты, как она. Какая она резкая. Ой. Дети ничего не боятся. Пойдем еще правда посмотрим. Сейчас. Смотрите, какие они связаны. Тут маленькие лобстеры. Это же лобстер, да? Вот такие лепки. Ну, маленькие какие-то. Вот крупные, крупняк. Офигеть, он огромный. Ну-ка, руку подставь. По размеру. Красота. Они просто огромные. На такого в море наступишь, сердечный приступ случится. Я просто заворожен этой красотищей. Смотри, какие усы длинные, прям видно. Вот. Огромные усы. К сожалению, все они обречены умереть. Потому что это ресторан. Они просто огромные. А, не смотри, перетянуты резинкой, перетянут, чтобы она не могла назад залезть в ракушку свою. Перетянуты. А, ну да, они ждут, когда она вырезает, потом перетягивают. Да, да. То, а чтобы это она... бутылки попали, смотри. Они бутылки лежат. Это вообще кто такой? Вообще, усы, почему бутылки? Не знаю. Может, он какой-то опасный? Don't know what to say.
$50.